одно свидетельство перед тем, как мы будем принимать причастие, о полноте в исцелении. В одной семье был мальчик, сын, это был маленький ребенок, ему было около 4 лет, и у него было много, огромный список пищевых аллергий. Он не мог есть разные фрукты, разные овощи, у него были аллергии на разные крупы. То есть у него была очень-очень скудная, ограниченная диета. И знаете, бывает на столе, в семье стоят какие-то там тарелка с фруктами, с чем-то, и вот обычно в этой семье эту тарелку ставили, ну, очень далеко в угол, ну, для других членов семьи, и следили, чтобы этот ребенок ничего оттуда не брал. И вот однажды эта семья, они, естественно, они молились, они верили в исцеление, и один раз они получили откровение, решили каждый день всей семьей в течение месяца принимать причастие и утверждать, благодарить Господа за то, что их ребенок получил полноту исцеления, что полностью все эти пищевые аллергии его оставили. И они начали это делать. И они делали это каждый день в течение месяца, и вроде бы ничего видимого не происходило. Но потом, когда прошел почти месяц, вот уже месяц заканчивался, однажды за столом мама с папой, ну знаете, заговорились там о разных вещах, и пока мама с папой разговаривали, ребенок потянулся к той еде, которую ему нельзя, вот родители не успели проследить, и он начал есть, он потянул какие-то фрукты, и родители уже опомнились, когда поняли, что ребенок съел, и они, конечно, очень запереживали, потому что обычно будут быстро какие-то негативные реакции, но прошло время, и никаких реакций не было. И ребенку дали то же самое попробовать на следующий день. И потом еще ему дали другие продукты. И они поняли, что произошло исцеление. И они обратились к доктору, сдали анализы. И у ребенка больше не оказалось никаких пищевых аллергий. Господь действительно исцелил и очистил полностью. Поэтому наш Бог чудесный, Он дарует полноту.